ставилась очень серьезно, то есть моя цель была победить. Это для меня что-то новое, потому что игра проходила по дисциплине пирамиды с продолжением. Мне очень понравился этот формат, потому что это и интересно довольно, и по этому формату можно набрать больше опыта, чем когда просто так. Вообще, мне очень нравится Америка, и то есть это еще лучше, потому что в Америке очень легко забить 8 шаров, и то есть, ну, там мало шансов. А здесь побольше шансов, и мне понравилось играть до 15 шаров. Да, формат интересный. Отличается он от сводной пирамиды тем, что нельзя отпускать соперника, нельзя ошибаться. Потому что если ты сыграл одну партию, проиграл ее, то следующая партия начинается с 0-0. А тут такого нет. И надо быть напряженным все время. И в нее может победить любой. Тот, кто занимается год или там 15 лет. Почему? Потому что она интересная. Если научиться ее правильно играть по тактике, по своей структуре игры, может выиграть любой. Эта игра строится на отыгрышах, более тактическая игра. Мне, ну, это намного больше нравится, потому что есть игроки, которые могут просто забивать, а здесь игра строится на отыгрышах. Мне нравится, что вы делаете, организаторы, потому что бильярд должен развиваться как спорт, чтобы выйти на мировой уровень. Пока что бильярд, думаю, что это так себе просто игра, но думаю, в скором времени бильярд достигнет очень больших успехов. Не только полуснукер, но и русский бильярд. Здесь такая разряженная обстановка, нету чего-то... каких-то проблем вообще, все на высшем уровне. Ну, мне понравилось. Огромное большое спасибо организаторам турнира, которые это делают, спонсорам, которые помогают для организации этого турнира. Турнир очень значимый для детей, потому что для детей до 13 лет в России у нас, к сожалению, не так много турниров такого формата. Я считаю, что Кубок юных надежд – это своеобразное открытие среди, пускай пока еще он считается коммерческим турниром, но всячески хотелось, чтобы он перешел в класс именно всероссийского турнира и составил здоровую конкуренцию таким турниром, как «Маленький принц». Турнир отличный, организация отличная, огромное количество участников, отлично организовано питание. Очень много хороших игроков молодых, в Сибири есть свои таланты. Вот, я думаю, что этот турнир надо продолжать каждый год. И правильно, как сказали организаторы, надо выходить, чтобы он стал международным.